Навозом немного пахнет. Очень поэтичное место. Ой-ой-ой. Фокус потеряли, потеряли. В общем, вот там светится крест на церкви. Вообще даже удивительно, столько котов и ни одной собаки. Реально, котов очень много, причем они примерно все одной комплекции. Ни худые, ни толстые. Собак нет вообще. Вот я уже почти к концу городка дошел. Что-то не похоже, чтобы здесь прям все снимали. Молодежи почти нет. Кругом деды сидят, отдыхают, как будто местные. Не первый раз уже вижу, что написано кафе, как будто по-русски. Видимо, у них одинаково пишется по-гречески и по-нашему. Сказал, что собак нет, и сразу собака побежала. Но все равно их очень мало. Катафан такой. Я понял. Это что ни на есть, самая настоящая греческая провинция. Тихий, забытый богом уголок. Только вот маленькая пристань здесь есть. Церковь. Море. И безмятежность. Тут гусиная движуха очень вовсю. Одного так гуся... Ой! А, так они вон хотят это, любви. Ну, в общем... Гусиная любовь, да. А, собака вот интересуется, что это я делаю. Задумчивая. Да, есть вот этот такой приемчик. Вроде Аюрку снимаю, сам не Юрку. Да, сейчас включай вместе. А я уже сфоткался. Ну давайте, гуси. О, тут кошка еще. Класс, кошка гоняется за гусями. Вот эта тема. Они палят кошку. Да, не особо она будет гоняться. А собаки похер, реально. Ну давай, кошка, не тупи. Я думаю, гуси ей тоже могут накидать. Что-то охота поучаствовать в гусиной возне.
Ну давайте движение какое-нибудь. Кот, а ты еще бездельничаешь? Ладно, как-то стрёмно их прямо вот так. Пацанам, принесли кальмаров. А я взял, блин, шаверму съел. В общем, только что обсудили с Серегой, что реальность превзошла даже ожидания. Думали, что будет холоднее и воздух, и вода. На деле и вода, и воздух офигенно. Мы сейчас вечером в шортах сидим, в футболках. Вот, что-то еще. Ну, в общем, в целом, круто, как бы. Сама вообще даже вот эта тема на яхтах, хоть мы и не в брендовой одежде, но смогли себе как бы организовать такой отдых. Да, у нас есть опыт, которого не было никогда в жизни, сегодня появился. Во-первых, я сегодня первый раз в жизни рулил, управлял яхтой вообще в принципе. Но, должен сказать, я не почувствовал, что мне в 20 раз сложнее, чем автомобилем. Скорее наоборот. Как бы с автомобиля едешь как бы 100 км в час, тут 10, блин. Может, как бы ощущение, будто черепахой погоняешь. И второе, действительно, первый раз в жизни я на яхте пришел в лагуну, бросили якорь, как бы быстрый секс, девчонки, ладно, этого не было. Ну, так искупались, как бы, было все равно неплохо. Пес вообще ни о чем не парится, тусует посреди дороги, вроде как машины должны его пропускать, а не он автомобиль. А там компания дедов засела. Вот тут деревня дедов, в принципе, есть. Хочешь состариться, живи здесь, короче. Ну вот я пса угостил едой, но камеру я включил не за этим, а за тем, что там из колонки идет группа тату. Я сошла с ума. Что-то тут гуси пришли. Блин, не знаю, что они хотят, но они так близко не подходят. I tried to make a video with them, but they went out, and now they came by themselves. Гуси плавают, оказывается, еще. Ну, в общем, что-то познакомился с двумя девчонками. Они сказали, что им по 20-ки. В общем, ну так, ничего особенного. Сказали, что здесь куча дедов живет. Девчонка, что она учится в Афинах на криминалиста. Что ее папа здесь живет, он бизнесмен, у него большая плантация, выращивает алоэ вера, ну и все такое. Сказала, что здесь кошек держат дома, потому что иначе их гуси сожрут. И что еще? Ну и все. В принципе, ну, классные девчонки, имена тоже у них, и Ирине, и Мария, в общем, легко запомнить, вот такие дела. Вот эти наши лодки, и зацените, как гора, ну, ой, ёшкин кот опять не фокусируется. Ну, давай. Вон там, как гора ночью смотрится, как серпантин, как гирлянда. Как в воздухе, как будто висит дорожка такая. Дубль 2, снимаем гирлянду.
раз. Ну это ладно. И вот более крутая, два. Как будто звезды очень близко к земле. Вон откуда тачки спускаются. Как с небес.